Траву теж сушу, просто щоб не заважалося. Траву теж зіжнемо, щоб вона не заважала нам, і просуваємося вперед зараз коло. Круглий і при землі, і круглий. Отакий від самого звідси починається різ. І по колу. Серд кошик, якщо закінчити. Так що, дівчата, може пісню якусь заспіваєте? Заспіваємо зараз! Бо ви так все зіжнете і пісню не заспіваєте. Та що ж нормально? Тут жать є, кому нема кому співати. За нашою свободою! Везде так работают. Один опорник. И тоже так же хлеб, сыр, пани. Точно так же, конечно, да. Без корней, без корней. Корней. Если корни отрезались, тогда делаем так. Стой, смотри. Тогда делаем так. Все. Аккуратненько, без корней. И теперь крути, но крути одну. Смотри, чуть-чуть. Стой, чуть-чуть. Вот так. И когда будешь крутить, крути одни в одну сторону, другие в другую. Вот так, вот так. Чтобы получилась веревка. Так, теперь ставь ее на низ сюда, так, переворачивай, переворачивай, прокручивай, еще раз прокручивай, не, просто прокручивай, а теперь засовывай под низ, нет, вот так, смотри, так и вот так, чтобы туго вышло, но это не очень хорошо получилось, поэтому лучше разбери его еще раз и собери вот этот или какой-то новый, чуть побольше, это маленький просто, надо еще, да. Зовут, откуда вы и занимались ли вы подобным на родине? Да.
Ну, я сам из Судана. Меня зовут Мухаммед. Живу в Киеве. Я тут участвую в «Мама Африки». Это очень интересный фестиваль, потому что дает возможность познакомиться с африканской культурой и помогает даже украинцам ломать стереотипы и ксенофобии. Это очень большой труд против расизма. И мне кажется, интересно очень для интеграции африканцев в Украине. А на родине вы таким занимались или... Нет, на родине вот такое не занимался, потому что я приехал сюда, был, как студент. А, вы еще, студент. Да, и тогда, когда я приехал. Ну, сейчас я закончил, я остался еще в Украине. Тяжело? Бывает, конечно, тяжело. Бывает, как без этого. Но зато интересно. Да. Познание жизни. Жизненное познание достаточно хорошее. Ну, тут тоже зараз буде просто.